Что ж, начнем разбираться. Сразу оговорюсь, что это точно не игра для тех, кто ждет от игр эффектной графики, динамичных боев и голых эльфиек с пятым размером. Игра старой школы, и тут упор идет на текст и картинки. Сам мир Эсцелона представлен нам в виде доисторического прошлого, где древние люди собирались в общины и выживали как могли. Вся соответствующая атрибутика тут присутствует. Геймплей игры вне города представлен приличной картой, разбитой на квадраты, между которыми нужно перемещаться. А перемещение занимает некое количество времени в зависимости от сложности местности. На каждом квадрате присутствуют определенные ресурсы и животные. Места их нахождения отмечены на главной карте в игре. Исходя из логики, на животных охотимся, а ресурсы добываем. Начнем, пожалуй, сначала с мирного быта. Процесс добычи занимает некоторое время, а чтобы исключить добычу на кликерах, после каждой раскопки требуется нажать на одну из трех капчей. Сами ресурсы находятся в виде неопределенных предметов, и это логично, поскольку древний человек у нас только начал постигать основы мироздания, зато мудрый шаман в курсе всего, к нему на опознавание и несем. А зачем все это нужно? В игре очень развита система крафта, и чего тут только нету. Всевозможные палки, дубины, мази, банки, шмотки, снасти, инструменты. Таким образом, добыча становится одним из главных элементов игры, хочешь того или нет. Однако мастером на все руки стать сложно, отчего в игре есть и профессии, обучиться которым можно, выполнив специальные задания. Например, стать опытным рыболовом или амбициозным великим искателем.